как... Где это я? Я ничего не чувствую. Где моя... Эй! Пусти! Ух ты! После такого падения не получится чувствовать себя на все 100. И тем не менее, как-то так и выходит. Думай, Слейд, думай. Какое у тебя задание, солдат? Так, без паники. Прыжки по измерениям запросто сожгут половину мозга. Я ничего... Вот это да! Ничего себе вид. Красотища. А это что? Ого. Кому-то приходится нелегко. Мне надо туда. А ты что, знаешь дорогу? Тогда я за тобой, Кроха. Ничего себе инопланетные технологии. Надеюсь, этот корабль не перебил мой отряд. Где моя снаряга? Я вообще на службе или где? Господи, как башка трещит. Так, в первую очередь логика. Военные никогда не послали бы оперативника с пустыми руками. Что-то случилось прежде, чем я тут оказался. Местные, кажется. Они вроде бы не слишком пострадали. Надеюсь, они смогут. Не лапта! Эй, полегче. Я тут это, вроде с миром пришел, да? Ты? Ты говоришь на Гакамоне? Меня учили говорить на 14 языках, но я не слышала... Ну да, конечно, я говорю на Гакамоне. Снимай рубашку. Что-что? Покажи мне амулет Закрима.
Слушай, ты меня с кем-то путаешь. Я пришел из другого измерения и... Как бы это сказать попроще? Ты человек. Да, точно. И у тебя передо мной преимущество, потому что я не знаю, кто ты. У Лукаю должно быть известно все о таланах. А ты кто такой? Я Слейд. Командор Каттер Слейд. Назад, пальцатое чудище! Или, клянусь, я отрежу твою уродливую конечность! Ладно, никаких рукопожатий. Я уже чисто так, по-дружески. Слушай, слово, что я от тебя услышал, так и крутится у меня в голове. Пальцатое чудище. Нет, другое. Улукай. Кажется, мы не зря встретились. Пророчество гласит, что Человек-Спаситель вернет амулет Закрима. Ты явно ничего об этом не знаешь. У меня память заглючила. Что произошло с кораблем, который я видел? Захватчики поработили таланов и угрожают земле моих предков. Если Улукай нам не поможет, Адельфа обречена. Так мы на Адельфе, значит? Впечатляюще. И название очень знакомое. Я Лихас, глава стражей Далатаев. Захватчики похитили одну из моих боевых подруг. Если Йода на твоей стороне, ты ее спасешь. И тем самым докажешь, что ты Улукай. Не могу вспомнить, какое у меня задание. И ладно. Веди, Лихас. Терять время. Мои Далатаи отследили вражеский корабль. Захватчики отвезли пленницу на аванпост, который перед нами. Да направит Йоду твой кулак, человек. Этот кулак? Что, даже копье мне не одолжишь? Я не стану влиять на процесс. У меня нет слов. Пожалуйста, скажи, что эти захватчики будут швырять в меня кокосами. Сгустки пламени, летящие со скоростью молнии, это и есть твои кокосы? Не совсем. Ну что ж, поищем этого стража Далата. Говорят, разминка полезна для мозгов. Это еще что? Никогда такого не видел. Техника грозная. Надо себя поберечь. Эти роботы огребли по заслугам. Возможно, тут поработал страж Далатай. Тут нет никого живого. Интересно, как вы... Один размер на всех.
приказано прыгать, да? А как высоко? Надо идти дальше. Она должна быть где-то тут. А вдруг пригодится? Еще одно из этих строений. Надо заглянуть внутрь. Обалдеть. И что теперь? Надо придумать, как открыть эту дверь. Я такого продвинутого снаряжения не видел. Ну, давайте, постреляйте в меня теперь. Похоже, это терминал. Защитное устройство на него реагирует. Вперед. Слэйд. Но вот подружка Лихас меня беспокоит. Надо скорее ее найти. Что за...
Черт! Это что было? Альфа-32. На термосети взрыв. Доложите обстановку. О, нет. Нет, 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 нет. Да нет же! Альфа-32, ответьте! Командор, на вас напали? Ответьте! Люди. Захватчики, люди. И поди теперь объясни это, Лехас. Думаю, тебе эта штука теперь без надобности. Проверим, работает ли сканер. Лазерное зрение. Это же супер! Похоже, это терминал. Защитное устройство на него реагирует. Откуда взялся этот робот? Ого! Теперь все по-настоящему. Дурное предчувствие. Надеюсь, я не опоздал. Дамочка, я ж почти справился. Зачем было жертвовать собой? АВФ. Это же наши. У меня странное ощущение, что я играю не за ту команду. Армия теперь использует дроидов? С ними не поговоришь.